В настоящее время происходит переход от этапа компьютерной эры к развитию киберфизических систем, в контексте которых в то же время развиваются и роботехнические системы, как элемент промышленных киберфизических систем или же транспортных киберфизических систем. При этом в настоящее время происходит развитие алгоритмов управления роботами для выполнения сложных задач, которые помогут улучшить, возможно, облегчить жизнь людей и оставить для них место для творческой работы. Сейчас при решении многих научных задач, инженерных, немыслимо выполнять задачи без различных компьютерных программ. Вы только представьте, что наши родители в свое время, когда защищали дипломные работы, вынуждены были писать дипломы от руки. И презентации в том виде, в котором мы представляем их сейчас, их тогда не было. Робототехника в настоящее время выполняет ту же самую роль изменения работы в классическом ее понимании.